Хаюшки, ребятушки, меня зовут Сергей, это канал Хибара со смыслом. Мы продолжаем играть в игрушку под названием Train Mechanic Simulator 2017, механика поездов. Вот, давайте просто сразу продолжим, поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривай чай, кофе, печенюшки, все как мы любим, приятно тебе просмотр. Не забывай ставить лайк этому видео, потому что тебе это не сложно, а мне это очень приятно и очень помогает. Очень помогает, развивает, мотивирует продолжить. Вот, в прошлой серии мы, по-моему, починили два поезда, да? Что такое? Вроде нормально все. Вот, починили два поезда. Там одному тележку, другому, по-моему, мы про этот тормоза починили. Вот, звук я, кстати, сделал чуть потише, чем на прошлых видео вообще, вот, которые предыдущие выходят. Посмотрим, как будет, будем сравнивать, потому что что? Потому что что-то я стал замечать, что иногда начинает захлебываться. Не знаю, почему, с чем это связано. Так, третье, да, два поезда мы починили. Так, команда номер три. Команда номер три. Иногда... А, ну все правильно, да. Иногда задания будут заключаться на поиски и починки. Вот это, кстати, не очень. Вот это поиски и починки, которые были повреждены где-то на трассах мира в игре. А затем на отбуксировке их в соответствии с депо. И для этого следует использовать специальный ремонтный поезд. На это... Так, на этот раз авария в тепловозе в квадрате D1. Найдите его и буксируйте в депо. Подозрение на... так, на ходовую. D1. Окей, D1. Вот сейчас мы как раз поедем на поезде. Мы в прошлый раз выехали из депо и обратно заехали. Так, чисто посмотреть. Поэтому... Так, одну прям две секи. Запись идет. Все, погнали. Так, да. Сейчас, значит, мы, скорее всего, его будем искать. Или, подожди, D1, но сейчас посмотрим, как к нему ехать. Так, найди D1 отбуксировать, продолжить. Квадрат D1, смотри, вот D, а D1 вверху, значит. Ёлки, а ехать-то далековато на самом деле. D1, это вот здесь вот. Зеленое это, видимо, показано направление стрелки, да? Смотрите, если мы... А как мне приблизить? Почему я не могу приблизить? Ладно, короче, так, смотрите, сейчас мы поедем вот так. Направо, если стрелки не будем менять, потом налево, потом налево... Нет, нам придется менять стрелки. Один раз нам надо поменять стрелку. Вот в квадрате, вот, вот в этом. Порт Восток. Порт Восток. Так, увеличить мощность, уменьшить мощность, торможение, вращение камеры. Так. Клаксон. Это клаксон, карта, камера. Камера С. Ну вот по вот этой карте вообще ни хера непонятно. Я даже не знаю, это, наверное, просто картинка. Ну поехали. Давайте на полную мощность. Чё? Я надеюсь, я тут с рельсов не сойду. Тут нету такой, как его называют, симуляторства, что я при высокой скорости просто перевернусь нахер, если буду на высокой скорости ехать. Ну, засмотри, прям едем нормально, кстати. Мы разогнались очень... Сколько? Где скорость? Как? А, скорость 54 км в час. Нормально. Так, кстати, вот скоро нам надо будет менять. Потихоньку тормозим, кстати. Можно просто до нуля остановить, он сам будет затормаживать. И вообще-то надо уже прям тормозить конкретно. Так, еще чуть-чуть проедем. Ни хрена себе торможение. А, то есть Space это прям торможение конкретное. Это прям не просто ход сбавляет, это прям тормозит. А как выйти? Подожди. Торможение Space. А как, подожди. Что-то я не понял, а как выйти-то? С
само, что ли, поменялось? Подожди, мы же видели, что здесь было вот так вот. И что вот это за оранжевая такая? Что-то непонятно. Ну ладно, поехали. Раз само повернулось. Странно, кстати. Может, здесь настолько упрощено, что само все меняется, и мне не надо выходить ничего менять. Или подожди. Подожди, стой. Что за херня? Что это за красный? Подожди. Я не пойму. Да нет, все правильно должно быть. Каньон, серый. Что это справа вообще показывается? Место для... до следующего... Что? До следующей стрелки? Направо. Все правильно. Я не совсем понимаю, что означает красная стрелка. Подожди, стой! А, не, все правильно, мы в каньоне, мы в Корее в этом. А как мне поменять-то стрелку? Мне такое ощущение, что он стоит там. Вот где-то там стоит. Мне типа направо. Вот хочется повернуть направо. А как мне это сделать? Я не знаю. Как мне направо? А-а-а! Все, я понял. Вот, смотри. Я сам меняю. Подъезжая к этой стрелке, я сам меняю стрелку. Давайте поедем вот так вот. Все, я понял. Я думаю, как это работает? Да что за ворсинка мне в нос попала? Главное не врезаться в него, если что, тормозить резко. А, вон, вижу, кстати. Значит, я правильный путь выбрал. Так, тормозим. Все, ага, он даже вот так автоматически зацепляется. Понял, а что там зацепилось-то хоть? Какой-то тоже какой-то тепловоз или кто это? Зелененький какой-то. Ну поехали, все, тогда теперь понятно стало управление. Чего? А что такой мост высокий, вы чё? Вы чё, да поезд не заедет просто... Такой тяжеловоз просто может не заехать, у него колеса могут начать проскальзывать. Ну, типа слишком резкий подъем. Плюс как бы с учетом его изгибания, то есть мост, то есть, ну вот представь, рука это мой пояс, да, а мост вот такой, то есть я, короче, такой чух-чух-чух, и то есть, ну я не буду рельсов касаться какой-то частью, ну мне так кажется. Ну может быть, не знаю, может мне кажется, но давайте пока поедем. Мне вот просто даже интересно. Как это вообще выглядеть будет? Смотри. А, у него там вон какие, какая была сировка, ничего себе. Не, все, тогда ладно. Я беру свои слова назад, то есть у него прям тележка такая, она прям балансирует нормально. Но все равно, мне кажется, слишком высокий подъем. Я могу ошибаться, конечно, и... Мощность двигателя тоже могу не знать какой-то момент, но что-то мне показалось, что слишком резкий подъем. Так, ладно, давайте мы, ребятки, посмотрим, куда нам ехать. Нам ехать налево. Нет, стоп, подожди, давайте остановимся. Я вообще не понимаю сейчас, куда ехать. Нам надо в депо. До депо ехать на самом деле далековато. Блин, на самом деле, знаешь, что надо было? Хотя вот можно вот так поехать. Смотри, мы едем налево, налево, потом направо, ничего не меняем. Вот сейчас мы только налево меняем. Потом сюда, сюда, потом... Потом ничего не меняем, едем дальше. Тут тоже...
хер пойми, как идет. А, это просто разветвление. Так. Ну вот мы едем, значит, вот так, вот так, вот так. Ничего здесь не меняем. Едем как едем. И вот только тут потом поменяем. А можем даже не менять, а ехать просто прямо. Да, давайте просто разгонимся и все. Вот сейчас только налево поменяем. И все. Там, по идее, я так посмотрел дальше, мы можем чуть дольше проехать, но мы все равно попадем к себе домой. Вот даже сейчас, смотри, еще раз. Так, секунду. Прям 2 секунды. Прошло даже не 2 секунды, а больше. Прошло больше секунд, а ты ничего не заметил. Вот еще раз смотрим. Мы едем, смотри. Очень быстро разогнались. Едем вот так, сейчас налево. Потом все правильно, вот так вот едем. Потом мы едем. А что здесь камера не приближается? Вот здесь странно не приближается. Вот мы едем налево, а вот тут мы поворачиваем направо, направо, вот тут направо, тут уже не надо, вот тут направо, тут налево, налево, налево и прям к себе в депо. Все, можно просто ехать и наслаждаться видом. Но мне кажется, все равно поезд очень быстрее. Вот тут на такой скорости, на такой повороте поезд бы уже давно быстрейцев нахер слетел бы. Но раз здесь нету такой реалистичности, то вот здесь бы просто все нахер бы, он уже слетел бы, просто все бы полетели по всем. А, здесь еще поезд стоит, нихера себе. То есть это я еще мог чисто в теории врезаться в него, если бы я стрелку поменял. А почему шлагбаум не опущен? Что-то я на дороге должен быть шлагбаум опущен, почему он не опущен? А интересно, здесь если красный свет горит, или он не будет мне никогда гореть? Так, да, все правильно. Если тут работает типа красный свет, и типа если я его вижу, мне надо срочно тормозить или что? Или такого тут нету? Мне кажется, это прям в симуляторах про поезда такое есть, а здесь как бы, здесь просто добавили вот этот вот желтый, кстати, горит, добавили просто геймплей на поездки, вот забирать, ну, чтобы так более поинтереснее было, но вся суть происходит в гараже, то есть, по сути, ты просто все-таки ремонтируешь гаражи, кстати, надо тормозить уже скоро. Тут можно типа рычагами пользоваться, но мне как-то клавишами удобней. Тут все-таки больше про механику, про работу с ремонтом и прочим. Ой, блядь! О, все, успел. А, нихера себе, даже эта кнопка работает. Я думал, работает. Так, тихо, тормози. Я думал, работают только стрелочки, а работают кнопки именно, где буквы, вот эта VAST, она тоже работает. Я просто смотрю, что я бы сейчас направо уехал, если бы не поменял. Да, go to ремонт. Почему все не перевели? Почему go to, но ремонт на русском? Забавно. Так, кстати. Кстати. Так как мы и предполагали, проблема была и повреждение редукторов отбора мощности в тележке. Следует произвести их демонтаж и замену. Доход для... Так, ну доход понятно, это не важно. Вот эти... В этих цифрах я не особо... Стоимость поручения. То есть это примерная стоимость деталей. Предполагаемая. А интересно, если я вкладываюсь в меньший предполагаемый бюджет, то мне как-то за это, меня премируют за это? Доход от выполнения задачи 250. Короче, проблема была в повреждении редукторов отбора мощности. Кстати, не кажется, что музыка громковата, нет? А где сохранение музыки, что я ее убавлял? Я в прошлых сериях убавлял музыку, какого она опять выросла.
Давайте так, наверное, оставим. Так, что такое редуктора отбора мощности? Я, если честно, вообще не в курсе. Но это явно связано, наверное, в тележке или это в двигателе. Форма, так, кузов. Кузов. Топливный накопитель. Тяговая тележка. Ну, тяговая. Ну, в редуктора, наверное, где-то в тяговой. Хотя... Вот, наверное. Подожди, как... Ну, кузов. Подожди. Вот. Вот, да, слушай, я был прав. Я просто знаю, что редукторы, они где-то, короче, вот на колесах стоят у машин, такие вот еще, такая байда, короче, она достаточно тяжелая, она похожа на тормозные диски, ну, примерно по виду детали. Я вот знаю, что они где-то вот у колес. Так, ну давайте, как отдалить? Отдалить, значит, редуктор отбора мощности. Вон первый, вон второй. Видно даже по внешнему виду. Режим сборки, режим демонтажа. Ну, правильно, значит, чтобы мне эту снять, мне нужно снять там что-то еще. Все? Наконечник роторного вала электродвигателя. Ну, по идее, все. Потому что почему? Потому что мы уже съездили за поездом, это уже достаточно для одной миссии, для выполнения. Ну, так, это значит механическая, скорее всего, деталь. Мы как раз стол прокачали в прошлый раз. Да, вот смотри, редуктор. Отремонтировать 15%. Ну, мы не сможем отремонтировать, надо покупать. Так, склад с частями. Так, редуктор мощности. Добавить, добавить. 92? Они типа сказали 82 предполагаемое, но теперь, ну, стоит по сути 92. Ну, извините, такие детали. $46 000. Чё за бред? Чё? Я понимаю, 46 тысяч рублей. Но $46 000 деталь, вот это, редуктор мощности для поезда. Ну, я что-то сомневаюсь. По-моему, это слишком. Доставка 10 баксов. 10 баксов. Короче, чувак, наверное, какой-нибудь газельки будет вести детали, которые в сумме будут стоить, по сути, почти, ну, 90, ну, почти сотка тысяч, 100 тысяч долларов. И доставка 10 баксов. Мне кажется, такие детали за такую, ну, точнее, такая стоимость детали должна доставка быть, не знаю, баксов 100. Ну, типа, доставка 100, 10 баксов. Ну, грубо говоря, 1000 рублей. То есть, охренеть. Или это, типа, чем дольше... Да, блядь, ворсинки, да, вы достали тут летать. Что вы, блядь, прилипли ко мне? Что за... Что они разлетались? Короче... Чем дороже деталь, тем, знаешь, когда ты в магазине заказываешь в интернете, то если у тебя большая стоимость, то ты, то тебе там говорят, ой, бесплатно, ты и так дохера купил. Здесь так, что ли, это работает? Ладно, заказать. Состояние счета после заказа. Типа, смотри, вот мне дали 87, а у меня 92. Ничего не знаю, будут доплачивать. Я, что ли, должен своего кармана, что ли, доставать, если такие суммы? Сами оплатите. Так, режим сборки 2. Так, выбрать. Так, выбрать. Выбрать. И выбрать. По сути, все. А я могу продать, это как-то. Смотри, склад с частями. По сути, мой склад. Ну нет, это как будто, знаешь... Это как будто все равно магазин. Не понимаю, короче. Я так понял, никак мне это не остается, я не могу это продать.
Так, ну завершить, косарь, доход. Только я не понимаю, в чем суть, в чем... Так, доход, премия за выполнение, премия за небольшую стоимость. Как небольшую стоимость? Если вы мне дали 8,7, а стоило 92. В смысле небольшая стоимость? Можешь усложнить? Да, то есть, по сути, я зарабатываю только для того, чтобы прокачать свои, ну, столы, как их там, как их, рабочий, короче, стол, усовершенствование. Вот, у меня почти 2000 бачей. Подожди, у меня был шуруповерт, по-моему, было три всего, не? Позволяет быстрее отвинчивать и привинчивать болты гайки. Кстати, это прикольно. Но это не так страшно, ведь можно подождать одну лишнюю секунду, зато мы сможем столы, смотри, для ремонта гидравлики и для ремонта электрочастей. Вот давайте так. Можно чуть дольше покрутить и болты. Так, сколько запись-то идет вообще у нас? 21 минута. Давайте быстренько начнем. Я надеюсь, давайте начнем. Если что, я разделю на две части серию. Если будет долго, я разделю. Если будет там 50 или час, я, может, разделю, будет покороче, зато две серии. Вот. Так, центральный вокзал сообщил, что локомотив, который должен был тянуть ближайший пассажир, не прибыл во время состава. Проверить, что случилось. Блин. Ладно, давайте сделаем быстро. Мы уже знаем, как что делать. Мы можем уже вообще без проблем. Ну, игра простенькая. Я вижу, что она простенькая, потому что не так много механик, не так много деталей, не так много инструментов. Квадрат Е4. Так, Е4. Так, Е4. Е4. Значит, это здесь. Это вообще близко. Так это нам просто вперед ехать. Можно вот так вот сделать, в принципе, тоже красиво выглядит. Типа не обязательно только из кабины. По карте вроде нормально. Вот мы сейчас как раз въезжаем. Он как раз, скорее всего, мы в него упремся, потому что тут вот только одна дорога, тут особо некуда ехать больше. Сейчас, скорее всего, надо будет... Тормози резко, резко торможение, экстра торможение, просто кран. Стоп-кран нажимаем. Ну вот мы и доехали. А что с ним случилось-то? Перевернулся нахер, смотри. Нажмите X, чтобы запустить режим крана. Что? Здесь такое есть? Ни хрена себе, вот это модранер просто пошел. Только недавно играли в эти, в бревна. Так, режим крана. Стрела. Это мы сейчас делаем. Стрела, вращение. Да, смотри, вон кран. А, ни хрена себе, это у меня кран такой. Кран вращения. Ни хрена себе, вот это у меня поезд. Вот это охренеть. Высота. Так, сейчас мы сделаем. Так. Высота. У нас QE. Так. Высоко не поднимаем. Хотя вообще по правилам, если у тебя стрела вот здесь начинается, и тебе надо поднять, тебе лучше сделать стрелу подлиннее, но повыше. И тогда, чтобы угол, вот где вот тут поезд лежит, чтобы угол был меньше. Потому что если ты на прямой чисто будешь поднимать, то нагрузка на стрелу будет больше и может обломиться. Потому что, ну, поезд весит до хера и больше. Сколько он там весит? Сколько поезд может весить? Ну, я не знаю, тон 150, наверное. Ну, вот такой вагон, наверное, где-то так. Высота, трос. В смысле, трос? Вот эти кнопки, что ли? А, да, какие странные кнопки. Высота, вращение. Вращение объекта? Это, видимо, когда он прицеплен. Так, ладно, сейчас мы сделаем. Так, повернуть вот сюда, стрелу вытащить.
Знаешь, это как игрушки из автомата вытаскивать. Знаешь, такие за 10 рублей. А, так, опустить. Подождите, нет, надо трос опустить. Ну, я думаю, здесь не так прям важно, на какой... Чё, как так? Зацепить, смотри, опа. Высота, угол. Тихо, тихо, тихо! Да охренеть, да он бы должен мне уже кабину просто вмять. Высота, вращение, поднять. Высота, куе. Нет, трос, трос. Не-не-не, ты подожди, ты подтяни сначала. Вот. Вот, так. Теперь смотри, теперь мы, короче, поднимаем его. Так, мы его подняли. Мы его крутим. Крутим и вытаскиваем стрелу, потому что он сейчас в нас упрется. Так. Так, еще вытаскиваем. Смотри, он просто в нас сейчас упрется. Ни хрена себе в вагонище просто. Как ты с рельсов-то сошел вообще? Ехал, как я, просто на скорости здесь. Притом здесь угол не такой резкий, как он мог здесь перевернуться-то. Так, вращение объекта. Это что, точки и запятая, что ли? Да, слушай, реально. Так, надо... Подожди, подожди, поднять. Стрела поднята. Теперь надо опустить. Выдвинуть... Я уже запутался. Это максимум, что ли? Так, понятно. Значит, надо опустить. Опускаем. Опускаем, чуть-чуть вращаем. Другую сторону. Что-то не работаешь-то. Еще вращаем. Так, ну вроде вообще идеально. Просто идеально. Смотри, ну прям вообще идеально. Опускаем. Ой, все, делов-то. И все, что ли? Или мне теперь надо назад? То есть мне его еще починить надо. Просто бывают поезда переворачиваются. Я вроде читал такие истории. Они могут перевернуться, ну, допустим, тот же тепловоз какой-нибудь. Но, в принципе, поставив его обратно, он дальше может поехать, но ремонт будет незначительный. Но, видимо, у этого... Ну, игра, что поделать, надо игра. Так, отбуксировать. Отбуксировать, просто вообще смотри. Он сейчас вот здесь должен был опять перевернуться. Так, и теперь надо тормозить. Го, а тут можно со скоростью прямо ехать, то есть мне не обязательно тормозить. Ёлки-палки, ты смотри сколько, черт побери, сколько тут заданий. Похоже на то, что проблема поврежденных креплений двигателя в обеих тележках, в обеих. Доход, так, доход, понятно. Кстати, сумма не очень большая. Крепления. По сути, просто какие-то крепления. Видимо, ходовая тележка разболталась, и поэтому он сошел с рельсов. В обеих тележках. Значит, это задние и передние. Ну, посмотрим, что здесь. Ну, вот, наверное, судя по внешнему виду. Крепление двигателя. Все, что ли? Подожди, режим исследования. Ну-ка, давайте просто поисследуем. Смотри, ну здесь все хорошо. По сути, реально только крепление тележки. Ну или двигателя.
Подожди, как ехать-то? Как? Почему здесь нельзя просто вот двигать? Как здесь двигать-то? Неудобно сделано. Ну-ка, подожди. Ну-ка, выйти отсюда с этого режима. Странно. Ну ладно. Скорее всего, вот это, да, получается? Только не исследование, а режим демонтажа. Да, смотри. Только у него здесь какая-то другая, кстати, какой-то другой демонтаж. Видишь, болты, в принципе, и так нормально откручиваются. Нету такого, что прям, ой, очень долго. Хотя, если болтов очень много, наверное, скорость раскрутки, закрутки, это лучше. Но пока что нужно лучше отремонтировать, сэкономить деньги. Ух, елки. Сэкономить деньги, заработать побольше, а болты можно и покрутить пока вручную, более-менее... Ну, типа, без всяких вот этих. Хотя тут шуруповертом, или как его называют там? Ой, как называют-то вот эту вот трещалку, короче. Ты включаешь, она такая... Вот. Было бы, конечно, лучше, но ей здесь не подлезть. Мне просто интересно, а скорость, как бы скорость изменилась, то есть прям конкретно или прям вот, ну, чуть-чуть. Тут еще на самом деле, чем проще, получается, ну, я типа кручу, вот я нажимаю мышку, кручу, я ее не отжимаю, я просто навожу курсором и все, он автоматически начинает, не надо мышкой щелкать по 100 раз там. Поэтому вот здесь удобнее, то есть автоматически начинает вести, главное мышку зажми, да и просто наводи. Вот это удобно. Блин, слушай, что-то да, что-то болтов прям много. Вот когда столько болтов, скорость, конечно, лучше, когда ты прокачиваешь. Но я повторюсь, ремонт более сложных деталей гораздо важнее, чем скорость откручивания болтов. Блин, это же нам еще все закручивать. Ну, мы как раз закрутим, раскрутим и на этом закончим. Как раз там, наверное, минут 35 серия будет. И будет прям хорошечно. Так, ну это что? Это у нас получается тоже механическая деталь. Смотри, 100% отремонтировать. Получается, да. Слушай, реально. Возможно, это еще от того, что я прокачал стол, между прочим. Потому что иначе было бы сложнее починить, скорее всего. И экономия денег. Огромная экономия денег. Я же, получается, ни рубля не потрачу. Мне-то дали типа 7200, допустим, на то, чтобы я купил. А я такой типа сам починил, сам поставил. Получается, я могу 7200 забрать себе обратно. О, тут, кстати, еще руки крепления тоже какие-то, тоже поломанные. Но я все отремонтировал, вообще все. Давайте я еще даже вот это отремонтирую. Раз 100% тут вообще все будет идеально, просто вообще как с завода, просто с завода. Мне за это должны дать просто кучу премий. Даже ту же премию за экономию бюджета компании, которая обратилась ко мне, чтобы я починил. Ой, ладно, давайте ставить режим сборки. Давайте крутить болты. Ну, а что поделать? Вот что ты поделаешь, если надо? Надо крутить. Это же не просто на скотч или как лего вставил, да и все. Надо крутить, закручивать, чтобы ничего не отвалилось. Тут еще, судя по внешнему виду деталей некоторых, как будто их тоже надо чинить. То есть они тоже такие немножко уже поржавевшие.
Но что мне еще нравится, вот опять же повторюсь, я, по-моему, в первой серии это сказал. Интерес, ну, как сказать, благодаря этой игре ты немножко ознакомишься с устройством, ну, поездов. Ну, как бы, не то чтобы тебе это очень надо, допустим, ты там вообще какой-нибудь повар просто. Вот. И просто, ну, ты ездишь там на поездах, на электричках, вот, а даже не задумываешься, как он устроен. Вот, а тут как бы, ну, просто, это даже, знаешь, это прокачивает твое вообще, как это сказать-то, ой, как это называется, вот, когда ты, тебе это не нужно, но ты это просто знаешь, потому что вот тебе, там, не знаю, книжку, да выйди отсюда, книжку прочитал, увидел, вот, ну, просто, не то чтобы в жизни пригодится, но... Кругозор, вот, по-моему, кругозор. Кругозор называется, или что-то типа того. Просто я, допустим, я знал примерно, что да, там в поездах кучу деталей, кучу всяких механизмов, но вот благодаря этому примерно понимаешь, как это все работает, ну и что, и просто выглядишь не это как... Потом, знаешь, начнешь какой-нибудь компании, короче, у тебя там какой-нибудь друг работает этот, поезд, не знаю, там, машинистом поезда, или просто тема о чем-то таком зашла, а ты такой, да короче, там это, как это называется, сейчас, короче... Я уже забыл, да. Это, конечно, надо стараться запоминать. Или, короче, там крепление двигателя, вот, ручки закрепления электродвигателя, они там повредились, я очень там знаю, что надо открутить болты, короче, да, тема такая сложная. И тот твой друг такой, короче, ни хрена, ты откуда знаешь? Я говорю, да, я там типа видел, короче, тоже разбираюсь. То есть не обязательно на эту работу идти, чтобы потом... разбираться в этом. Я, может, сейчас вообще херню какую-то несу. Я просто не знаю, что мне говорить пока. Я пытаюсь... Ну, знаешь, что в голову лезет, то и говорю. Потому что пока крутишь болты, особо не молчай же. Но я говорю вообще про все игры, потому что есть игры про войну, там, про то же у меня там на канале про... там про гражданскую войну в Америке и прочее. Вот по сути игра, да, ты там стреляешь, что-то думаешь, как что поставить, а ведь на самом деле это же все получается. Все на самом деле было. И ты как бы просто вот так невзначай, пройдя игру, насладившись ей, ты узнаешь, что война была в таких-то годах, там, допустим, были такие-то командиры, генералы, вот были такие-то там сражения. Были такие-то сражения исторические, вот, и типа, ты вроде и поиграл, но и что-то в голову вложилось, что-то ты знаешь, что были конфедераты, были союзы, и так с любой игрой абсолютно, поэтому на самом деле выражение, что хватит в свои игры играть, а деградируешь, на самом деле иногда в играх узнаешь больше, чем, не знаю, от того, кто что-то тебе умное рассказывает из книжек, как тех же, тебе книжку, чтобы узнать что-то, надо вот такую книжку прочитать, а тут один раз поиграл, вон, узнал уже, как редуктора менять и тележки эти тормозные чинить. Так, ну что, где планшет у меня? Подожди. А! Так, ну все, забрать. Я вообще, получается, ни копейки не потратил. Мне дали бюджет, а я... Ух, смотри, премия за небольшую стоимость. Мне должны двойную премию дать. Премия за выполнение. Ну, короче, понятно, все. Вот. Короче, можно пройти какую-нибудь игру, а потом... Вон сразу идти. Поиграл, короче, в игру, потом пошел устраиваться в ремонтное депо, тебе сказали, так, ну чё, где учился, чё делал, где практику, а ты такой, да я, короче, это, да я механик-симулятор этот, Train Механик-симулятор 2017 играл, я, короче, там все поезда починил. Он такой, да ладно, ни хрена себе, ну все, ты принял, даже тебя проверять не будут, просто дадут тебе ключ и все, и пойдешь чинить. О, тут уже, смотрите, тут уже разнообразие пошло. 5 из 7. Я, получается, 4, вот 5, 6, 7, вот эти. То есть, когда я выполню, будет ровно 7. Ну, понятно, из 25. Да, из 25. Команду, мы будем по очереди выполнять, я не знаю, ну, поиграем еще. Я не уверен, что мы будем играть вообще все 25, но мы еще починим, потому что вроде как разнообразнее. Там кран уже поработали, может, еще что-нибудь появится интересное. В принципе, доходы... Ну, опять же, я получаю доходы только для усовершенствования своих мастерских.
Давайте прокачаем, что ли. Давайте сразу два прокачаем. Посмотрим, короче, как это будет работать. Насколько быстро, не быстро. Вот. Ну и все, всем спасибо за просмотр. Такая вот серия получилась. Сколько она получилась? Ну, мне просто даже интересно. Люблю смотреть, сколько серий получилось, не знаю. Потому что ты, ну, играешь, играешь, заигрываешься, а потом бац, уже час. Вот, 40 минут. Ну, нормально, отлично. В следующей серии мы продолжим выполнять задания. Как раз три поезда тебе починим, скорее всего. Вот, всем спасибо за просмотр. Ссылка в описании есть на Boosty. Там можешь поддержать канал. Если есть желание поддержать, вот, пожалуйста, милости просим. Говорите свое спасибо и все такое. Колокольчик жми, чтобы не пропускать следующие видосы. Всем, опять же, огромное спасибо за поддержку. Подписывайся на канал, пиши комментарий. Я обязательно отвечу на любой ваш комментарий, вообще на любой. Вот, так что все, всем спасибо, всем пока.